Приветствую всех на своем канале. В начале видео хочу показать, как чувствует себя моя орхидейка, которую я в прошлый раз купила, вам показывала. Новиночка, посмотрите, она как прекрасная. Не сбросила ни одного цветочка. Бутончики вон продолжают наращиваться. Смотрите, какая она красивучая. Сорт орхидейки я не знаю. Она еще пахнет приятненько. Корневая, покажу вам. Когда покупаешь с корневой хорошей и сам стволик хороший, тогда за нее можно не волноваться. Видите? Просто поливайте и любуйтесь таким растением. А когда, конечно, я покупаю реанимашки, тогда с ними немножко надо повозиться. Вот какое-то подозрение небольшое. Видите, дырочка. Кто-то ее подъел или, может быть, механическая травма. Но растение очень красиво. В конце видео я вам покажу, какое я еще сегодня приобрела. Я была в магазине. Какую орхидейку я себе купила. Вначале показываем эту красавицу. А теперь я покажу, как ее полить. Потому что пришло время поливать. Корни серебристые уже. Видите? Я ее до сухого состояния не хочу доводить. Корней растущих нет, поэтому нужно чуть-чуть полить. Вот я беру плошечку такую небольшую. Беру отстойную воду. Воду обычную с фильтра беру. Ничем я не удобряю воду, так как эта орхидейка куплена только недавно в магазине. И она наверняка была очень сильно удобрена. Погружаю в воду. И все, вот чуть-чуть слегка кончики горшка покрыты водой, и больше не надо, орхидейка напитается, корни позеленеют, и все будет у нее хорошо. Видите, один цветонос отрезали, она, видно, цвела в два цветоноса, корни немножко вот отсохли, они были перегнуты в этом месте, поэтому отсохли, и вот этот корешочек отсох. А так ничего основного такого с ней не случилось. Она уже недельку у меня стоит. Посмотрите, как прекрасно выглядит. Замечательно, она мне так нравится. Название не знаю. Это миди-орхидейка. Мультифлорка. Оставлю ее подальше, так как сегодня мы о ней больше говорить не будем. А покажу вам, вот я купила новую реанимашку. Хочу посмотреть, в каком она состоянии, и надо ее распаковать. Вот листики желтые. Люблю я такие покупать реанимашки. Что могу сделать? Мне интересно, как они выживут в моих условиях. Лист пожелтел у основания полностью. И весь пожелтел. Нужно ее срочно разобрать. Вынимаем ее из пакетика. Я пакетик не хочу прорвать. Вдруг пригодится для чего-то. Он вообще не хочет выходить. Толкаю, толкаю. Как приклеился. Беру за орхидейку, орхидейка не болтается в горшочке, это уже хорошо. Листик вот этот отсох, этот тоже фласочный. Корешочки верхние подсушила орхидейка. Этот лист обмотал цветонос и сам оторвался, видите? Ну, конечно же, я его уберу. И вот это вот тоже нужно снять. Посмотреть, что там с корнями. Это же орхидейка-цветашка. Она может быть сразу реанимашка, а может быть и в хорошем состоянии. Цвет я, конечно, не знаю. Это сюрприз для меня. Но сюрпризы тоже иногда интересно. Открываем. Может, даже название будет орхидейки. Сейчас.
Охо-хо, посмотрите, сколько корней. Смотрите, какие корни хорошие. Эту орхидейку я купила совсем дешево. За 50 гривен. Смотрите, какой, какие гигантские листья мощные. Корни. Я думала, она в худшем состоянии. Но она, как видим, очень даже в неплохом состоянии. Вот этот сухой корешок я срежу. Я ее пересаживать даже не буду. Я думала что-то с ней делать, а ей ничего делать не нужно. Пересадки она не нуждается. Пускай себе подрастет, адаптируется к моей среде. А потом купим ей красивый горшочек и пересадим. Смотрите, какая мощная, красивая орхидейка. Я считаю, что это растение, с этим растением мне повезло. Цветонос не с точки роста. С точки роста чистая. Вот два цветоносика. Здесь почки есть, я хочу посмотреть. Здесь нету почек. Нету, повреждена, что-то прижата почка. Откроем, посмотрим. Нету, видите, наверное, палочкой была прижата. Не годится. Ну ничего, зато живой. Посмотрим второй. А, вот держателями вот этими. Здесь что-то нет почек. Ну, будем надеяться, что она где-то выпустит. Ее даже поливать не нужно. Посмотрите, какие зеленые корешочки. Замечательное растение мне попалось. Я очень рада. Какой цвет, какой не есть. Главное, чтобы оно жило. Это растение. Я помещаю его. Я вот приготовила поднос, хотела пересаживать. Ну, тут пересаживать даже нечего. Посмотрите, сколько от него мало отходов. Два листика засохло. Это фласочные маленькие листики. И немножко корешков. Я считаю, что это очень удачная покупка. Ставим горшочек. Немножко на дно горшка налью воды. По краюшку, чтобы не достало. Все. И поставлю ее на окошко. Конечно, не к основным растениям, где мои орхидейки стоят, так как они могут заразиться неизвестно чем. Это же вновь пришедшая орхидейка. Я ее не обрабатывала, ничего. Пускай она постоит пару недель у меня, а затем уже посмотрим, как она будет себя чувствовать. И что-то будем с ней производить. Пока на данный момент ничего с ней делать не нужно. А сейчас я вам покажу новую орхидейку, которую я приобрела. Посмотрите на это чудо. Это, смотрите, разводы, как у дикого кота. Но она идет желтизна с фиолетовым отливом. Сейчас я возьму телефон поближе. Посмотрите, как она чудно смотрится. Это орхидейка сказочная. У нее два цветоноса. Такой цвет красивый. Я не могла пройти мимо. Это неуцененная орхидейка. Это вновь прибывшие. Их привезли на 14 февраля. А это остатки уже орхидеи. Это наш сад в Одессе я была. И вот такую прелесть купила себе. Так, посмотрим основание и корни. Смотрите. Я уже дома заметила вот этот листик. То ли подмороженный, то ли что. Вот видите, меняет цвет. Но это будем наблюдать. Там она стояла в целлофановом кулечке. И я... это не рассмотрела. Там был выбор орхидей этих повыбирать. Ну, корень я посмотрела хороший. Посмотрите, какие корни. Поливать ее ни в коем случае сейчас нельзя. Корни очень зеленые. Надо, чтобы она хорошо просохла. Корни должны быть светлые. Когда в таком состоянии зеленые, поливать нельзя. Она начнет гнить. Ни в коем случае поливать нельзя. Вот немножко, видите, что-то мне не нравится. Надо снять это крепление, снять, убрать. Ой, цветоносик как сразу
лег в сторону. Ну, это даже красиво. Это как мучнистая роса или что-то такое. Вот смотрите, грибок какой-то. Ну, это от влаги все. Видите, аж черная эта палочка. Перепалили ее. Но главное, что стволик без черноты. Она у меня постоит денечек, ну, может быть, два. Я ее буду пересаживать так, чтобы ну, у основания не было мокнущего мха, и чтобы она не испортилась. Точка роста у нее живая. Корни замечательные. Растущих корней нет. Будем за ней наблюдать. А вот такие две красавицы у меня будут жить в одном горшочке. Вот я приобрела горшочек лодочка. Я вот так их поставлю. Но это сегодня поставлю. Потом я пересажу, конечно. Вот так, смотрите. И когда распущу эти цветоносы, крепления, они будут наклоняться каждая в свою сторону, куда им удобно. И будет очень красиво смотреться. Когда они еще пустят дополнительные свои цветоносики. Мне очень нравятся эти горшочки тем, что они экономят место. Ну, два растения в одном, и каждому растению абсолютно хватает для корневой системы места. И внизу постоянно вода находится, и влажность воздуха тем самым поддерживается тоже хорошо. Даже если не мокнут, воды я набираю до вот этого уровня, чуть-чуть сверху. И сажаю каждое растение в особенный грунт. Когда будем с вами пересадочку делать, я все расскажу, покажу подробненько. Смотрите. Ну, прям как дикий кот, только в уменьшенном размере. Вообще сказка. Такая сочная, красивая орхидеечка. Прелесть. Надеюсь, вам тоже понравились мои покупки. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока.